Перед современными педагогами стоит очень серьезная задача. Им крайне необходимо научиться соответствовать требованиям и тенденциям сегодняшнего дня. Ведь мир не стоит на месте, и наука педагогика не стала исключением. И теперь педагог должен научиться раскрывать и воспитывать в детях личности с активной жизненной позицией. Принимая такой вызов современности, Институт педагогики и образования Казанского федерального университета расширил свои возможности и открыл два новейших центра для подготовки будущих учителей, а именно Центр педагогической магистратуры и Центр практик дошкольного и начального образования. Стоит отметить, что в Центре практики проходит обучение студенты-бакалавры. Здесь им открывается хорошая возможность получить прекрасную подготовку. Это очень непросто. Для того, чтобы подготовить таких учителей и воспитателей, нужно приложить очень много усилий. Прежде всего, нужна настоящая практика. И такую практическую подготовку способен обеспечить наш центр. А будущие учителя, в свою очередь, не теряют времени зря и не жалеют сил на интенсивную учебу и практику, которую они получают в новом центре педагогической подготовки. Более того, новейшее научно-творческое пространство уже вызвало у ребят целую палитру различных эмоций. У нас работают профессиональные педагоги, которые занимаются в этом центре, приходят. Ну, студенты очень рады находиться здесь, в стенах нашего родного института, и очень рады, что есть этот центр. Сейчас очень много наших студентов задумывается, чтобы обязательно поступать в магистратуру и продолжать дальше обучаться в нашем институте психологии и образования. Моя мама закончила 102-ю гимназию, где и продолжила работать там. Мой папа работал в 102-й гимназии, и моя старшая сестра закончила этот институт. И я в дальнейшем собираюсь уже также поступать в магистратуру, чтобы продолжить обучение. Второй уровень высшего образования, именуемый магистратурой, не зря привлекает сегодняшних бакалавров. Ведь только окончив магистратуру, им откроется возможность работы со старшими классами. Немаловажно и то, что окончание магистратуры является обязательным условием для карьерного роста в образовательных учреждениях. Чтобы подготовить учителей более высшего ранга, в КФУ функционирует новый центр педагогической магистратуры. Основные три фокуса нашей деятельности, которыми мы руководствуемся, это проектировочная деятельность, это исследовательская деятельность и управленческая деятельность. Деятельности сами по себе очень-очень сложные, многокомпонентные, требующие от магистранта очень высокого уровня знаний, умений и навыков. Но не только большие перспективы подогревают интерес студентов к поступлению в магистратуру. Ведь Центр подготовки учителей следующего ранга открывает двери исключительно для магистрантов и молодых исследователей. Только окончив бакалавриат, студент сможет попасть во второе любопытное научно-творческое пространство. Ну и, конечно же, пройдя интенсивное обучение в двух новейших центрах Института психологии и образования, студенты не только вырастут в стенах вуза как перспективные профессионалы, но и достойно представят Казанский федеральный в образовательных учреждениях нашей республики и страны. Ваш вектор развития – это только вперед и вниз. Аделя Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. We'll be right back.